Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Дело уже у нас к лету. Значит, надо, чтобы мы обогревались. Обогрев у нас прошел нормально зиму. Не мерзли. Сейчас будем охлаждаться. Бесплатное охлаждение. Я изготовил. Вот этого мне хватит. Видите, обдувает. Довольно хорошо. Вот, дует. Бумажка, видите? Довольно хорошо дует. При этом она работает абсолютно бесплатно. Продувает, то есть охлаждает. Никаких проблем. То есть проблемы все надуманные, ребята. Видите, работает быстро и хорошо. И счетчик не сматывает. То есть откатываем назад. Схема простая, на реле Амрон. Ставим полсекунды, отстой, 1/10 секунды. Подается питание, раскручивается пропеллер и работа на инерции. А ток отставляется назад в сеть, откатывается. Видно, что оно дергается так слегка, туда-сюда. То есть, чисто на реле Амрон. Работать на реле Амрон. И обдувает довольно прохладно. То есть, на лето остужание уже есть. А сейчас я нарисую вам схему, чтобы выключить, пока что не щелкало. Пока еще лета нету, но мы уже все подготовили на лето. Так что мы летом не будем жариться. Зимой не мерзли, летом не будем жариться. А рептилоиды получат за это, за обогрев и за обдувание сыс и маленько. Так. Применяется вентилятор на ножке большой. Вот ножка и подставка. Включаем на тройку, на полную, чтобы была инерция. Два провода выходит. Ну, он бы как один, но две живы. Фазу разрываем на реле Амрон. Вот так. И туда в сеть. Счетчик. 0,1 секунды. Система включена. Подается питание вот так вот. На вентилятор. А 0,5 секунды. Отключаем здесь. Вентилятор продолжает крутиться, имея инерцию движения и тепла. А ток лишний заходит обратно в сеть. То есть
даже не успевает нагреться, вот это что нагрелось, опять возвращается. Если бы, ребята, было реле на, ну, вот так вот можно было поставить на 0,01. Так. И 0,05. Было бы еще лучше. Пока нет. Ну и так работает нормально. В общем, обдувает. Пока нет такого реле. То есть 0 ватт потребления. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального здоровья.